Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года номер 426 СС в орденом мужества наградить Кучмезова Темиркана Казбековича посмертно. Государственную награду «Орден мужества» матери, погибшего в ходе военной специальной операции на Украине, ефрейтора нашего земляка Темиркана Кучмизова вручили глава района и военный комиссар по Гиагинскому и Кашхабльскому районам. Заур Хамирзов выразил слова поддержки и искренние соболезнования матери героя. Темиркан Кучмезов родился в хуторе Чехрак Дмитриевского сельского поселения. Срочную службу в рядах российской армии проходил в Абхазии. Службу по контракту он продолжил в родной части, откуда в составе 7-й дивизии был направлен для участия в специальной операции. Глава района отметил, что подвиг юного солдата не будет забыт, и пообещал оказать семье всю необходимую помощь. А нам, в свою очередь, остается помнить и быть благодарными тем, кто ценой собственной жизни дарит нам великое счастье жить.